Всем привет! Голововомач! В деле! Головоломный головоломач! Во! Так, здравствуйте, бабушка! Чё? Ты только что серый? Неважно, я этого не видел, короче. Этого не было. Пиццу хотим? Ага, а ты чё такое? 1, 2, 4, 4, 3, 5. Это как правильно куски надо составлять? Не, это уже рэп пошел. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Это, наверное, как правильно куски составлять. Йоу. Так. Вот ты там что-то, да? А он говорит, пиццы бы пожрать, но... Блин, я не буду с тобой, бабуля, разговаривать. Я с тебя боюсь, если честно. Тут что у нас? Телефон. О, кошатина, ничего себе. Ага, три гнома. Вот это вот Зен. О, там тоже гном с Зеном, ничего себе. Что еще есть? А на них можно навести. И уже кот орет, выпусти меня. Выпустим кота, да? Кот послан. Отосван. Я не понял. Я сначала так шел, когда кота выпускать, когда увидел это, думал, это в пицце, помните, подсказка была? Ну, там 6 цифр, а тут только 5 гномов. Так, ой, гномов. Я не тел гномы. Хотя они скорее гномы. Хотя они лягушки. Лягушечьи гномы, короче. Давай туда сходим. Она что вечно все нюхает, а? Телефон? Мы, короче, сейчас все потрогаем. Монетки у нее нету. А дальше нельзя. Это, ага, максималочка. Там есть 6, конечно. Ну, хер поймешь. То есть они сейчас двое это все делают. Она любит нюхать, он любит... Так, это мы... Ага, это уже... Ну, давайте, бабулю, ну. Здорово. Ты знаешь, где наш дом? ХЗ, говорит. Я даже не знаю, кто ты. В сумку не залезешь к бабуле? Не смотреть, не смотреть. Блин, я увидел это. А, ты туда, в тарелку нельзя, все понял. Здорово, гном! И не пиши. Ты не гном, ты этот. Ты кто? Ага, прищепочка. Спасибо. Да-да-да. Ты чё? Сейру, давай. Бадуба, да, однозначная бадуба. Оп-оп, пожрала. Так, там что-нибудь, бокальчик, ты чё скажешь? Знаешь, где наш дом? Кто бы ты ни был. Хочу, говорит, 3 утки. Не, 4, говорит, утки хочу. В натуре 4 утки. И тогда он отвезет нас домой, наверное. Охренеть. А не до хера тебе уток. Ну, он, наверное, про них имел в виду, да? Их раз, два, три, четыре. А, вот, наверное, одна. Ну, туда не подойти, да. Тут это, птицы бычат. Все, понял, ага. Да мы все, уходим. Им пожрать, может, что-нибудь надо? Ага, ну, может быть. Ну, пока пицца. Пока нужно решить проблему с пиццей. Значит, все-таки они. Тут воняет. У меня есть что мне дали? Прищепка и батон. Прищепка — это может быть нос зажать и посмотреть, да? Типа. Гений я просто. Ууу, говорит. Вонючий самолетик. А, утка раз. Все понял. Прям вот это вот. Вот это вот перелядно так. И в карман. А, я таких уток, кстати, выкинул очень много. Так, батон есть и утка. Ну, батон, наверное, бабке дать. Она типа птиц наконец-то покормит едой, а не своей ушной серой. Нет, в натуре. Ничего себе.
1, 2, 4, 4, 3, 5. Ну это не похоже на гномов. Ну их типа нужно правильно составить. 1, 2, 3. Нет, там 3 нет. 1, 2, 4, да? 3, 5. Раз, 2, 3. А, тут такого даже и нету. Ну это сейчас раз, 2, 3, 4. Нет, да, нет, в любом случае. Так, у этих дзен. Какую-нибудь подсказку для них, да? Вообще нету? Этого повыше, этого пониже. Этого сюда, этого туда, этого вниз. Что бы это могло значить? Ну тот, смотрите, да? Вдалеке дзен танцует, дзен танцует. Дзен танцевать тоже можно. Уметь бы танцевать, как говорится. Что хочешь, танцуешь, даже дзен. Так, ну пока подсказки рано. Но в целом непонятно вот с гномами еще. Да куда ты? Иди дальше. Что остановилось-то? Может он батон хочет? Ему может это, как бы пиццы нет, говорит, хоть батона поем. Ну пойдем утку одну отдадим. Надо уточку. Я ждал. И чё? Ну типа одной мало, как говорится. Так, а может там что еще есть? Ну батон ему точно. Вот что-то с этим надо делать. Батон он тоже не хочет. Батона может что-то надо просто сделать. Он в разные стороны пялит. Да, я понял, что ты пиццы хочешь. Любитель пиццы. Ну, а, и у него уточка, да. То есть уточку. А вот батончик ты будешь в тарелочку. Вообще с батон он нигде не канает. Может у него что-то как-то... Ну ладно. Ну остаются только гномы. Так, ну раз, два, три, четыре. Ну тоже как-то не похоже. А их тут больше, чем их тут пять. То есть, типа, ну, этот самый низ, этот средненькая, да, вот так вот. Тот самый высокий. Этот тоже, а этот? Бред какой-то. Он может быть средненький, хорошо. Ну, типа, он же явный, да? А какая разница, средненький, нет? Понайти еще на крышах таких? Таких нету. Ага, вот. Еще есть труба. Там нет ничего. А труба такая же, да, заметили? Ну, она ниже, да, этой? То есть это низ самый. Средненькая. Большая. Не, тогда это получается... Опять же низ, да? Низ, средненькая, низ, самая большая. Ну и тоже, наверное, самая большая. Хотя, может, она средненькая. Ну да, это низ. Ну попробуем, что, покрыть это по трубам, ну. Кто знает. Логика тут некоторых загадок. Ты средненькая, получается. Ты... Это ты низ получается, да? Ты большая, а ты... Ну вот это средний. Тогда если это последний, да? Он типа самый ближний. Тогда получается низ, средняя... Блин. Я просто не знаю, за что зацепиться глазами. Я только пока за трубы могу зацепиться. Они одинаковые. Но они на одном уровне. Плюс-минус. Ну это не, скорее, да. Ну это низ. Ну ладно, выпустим среднее. Высокая. Опять же, среднее. И это низ, да? Типа такого. Ну давай, низ. Среднее. Это высокая. Ну да. Это типа средняя.
Да ни хера подобного. Нет, непонятно с гномами вообще. Ой, это не гномы. Пора подсказку юзать, а то туплю. У меня есть батон. Мусорку выкинуть. Батон вообще никуда применить нельзя. Ну еще как бы не хочу как бы подсказку юзать. Хочу сам догадаться. Че, я тупой что ли? Или тупой? Вот это что такое? Тут нету 4, как бы там у них. Варианта 4 нету. То есть крутится. Тут грибочки, тут зелень, тут, наверное, это помидорка, а тут пусто, все. Слезать может. Уточка, говорит. Пицца? Уточка, пицца. Че? Вот это 1, 2, 4, 4, 3, 5. Может телефоном быть? Надо монетку найти. А у тебя бабуля-то? Утки есть? Есть. А! Все, по. А, у меня, говорит, код на сумке открыть не могу, да, как я понимаю? Че на них да ни хера на них не. Ага. Ну, ага, ага, понял, да. Сначала идет вот этот. Блин! Пожи. Как вернуться-то? Да я понял. Короче, ром, крест, круг. Много. Сердечко. Ром, крест, круг, много сердечко. Ром, крест, круг, много сердечко. Не понял. Правильно же, ром, крест, круг, много сердечко. Ром, крест, круг, много сердечко. В каком порядке это надо сделать? Зигибо, говорит. А, она говорит, это старый пароль. Наверное, да? Был. А сейчас другой. Ну да, в другом. Сердечко много. Круг, крест. Сердечко много, круг, крест. Нет, не канает. А как понять тогда? Типа дровосек? Лошадь? Птичка, подскажешь? Не, ну в каком порядке это все? Дровосек срубил дерево, допустим, да? Ну вот, допустим, круг. Сначала был дровосек. Там жила, не знаю, белка. А он... Что? Птичка. Есть только птичка. Ром, крест, круг, много. Давайте еще раз. Ром, крест, круг... Но там что-то можно понять по ним, да? Да не, ни хера по ним не поймешь. Ну да, типа, ну это свет отражается, да? Это навряд ли какая-то подсказка. Навряд ли. Как понять, что тут? Пойдемте еще пройдемся. Да, по-прежнему нельзя. Да, мы поняли. Ты по-прежнему батон не хочешь? А если тебе попросить подойти? Да, мы поняли. Зигибо, говорит. А, это выход и это. Ну давай, ладно. Да, мы поняли, что ты... Да, пиццелюб, ну... Тоже не хочешь хлеба. Может, хлеба пожрал бы, успокоился. Так, с лягушками вообще непонятно. В мусорке побывали. Батон, ну да, наверное, не кинуть, говорит. Да я понимаю, что не засунуть батон туда. Чё ты уж начинаешь-то?
Это явно как-то с трубами связано. Мне кажется. А, смотрите, труба. Тоже, смотрите, на одном уровне, да? На одном же уровне, можно так сказать? Ну, ладно, это средняя. То есть первая средняя. Вторая внизу. Третья, допустим, средняя. Четвертая вверху. И пятая, ну, где придется, короче. Их пять реально труб. Давай. Средняя. Низ. Тоже вроде средняя. Вверх и... И херня, говорит, какая-то. Твоя заливная рыба. Ну, типа, это намекает, что вон он. Да, говорит, тут ты как бы подсказку найдешь. А, может, по домикам смотреть? Это одноэтажный домик, да? А какой, я как пойму, тот какой домик, блин. Ты чё там? Да, я понимаю. Ты, 4 утки, говорит, дай сюда. А хлеб будешь? Ну тот явно... Ну тот, наверное, трёх всё-таки этажный, да? Такой огромный. Так, 3, 1. 1, наверное, да? Ну... Или 2. Ну ладно, 1. Наверное, 3, 2, да? Ну да, попробуем. Так. 3 1 1 1. Мне кажется, он 2. Ну, 2 скорее, да. Это 3 явный, да, такой. И это 2. Да херна, говорит, твоя, блин. Причем они покажут, да, потом, типа, это... Но он же двухэтажный, явно. Или нет, он трехэтажный. Да, это тоже трехэтажный. А! Такое начало и такое сложное начало. Вы что, прикалываетесь, что ли? А она все кормит. Ты можешь тебе хлеба дать? Ладно, понял я. Что сейчас покажет? Типа, хлеб на... Я ж пытался. А есть какой-то... А типа нужно подойти? И типа потом такой... А, ну понял. Я когда-нибудь пойму, как работают эти загадки, да. Угу. Они типа... Интерактивные. Ты в одной загадке делаешь другую, то есть... Ну, понял, да, окей. О, монетка. Процесс пошел. Да, мы поняли, блин. Я так и знал, ну я, да. То есть, когда ты точно убежден, что это работает, ты начинаешь уже придумывать варианты. А когда ты просто наводил на тарелку, типа, ну не хочет батон ложиться на тарелку, ну, насрать, да. Ага. Она сказала, я пошла в жопу, да? Я точно это слышался. Шлянагана, говорит она. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Ну давай. О. Ого. Тут-то, короче, угу, грибочки. Тут-то помидорчик. Тут-то зелень. А там, ну, видимо, оливки, по всей видимости. Жить какая.
за ужас? Че? Неправильная пицца, он сказал? Да то есть. Казалось бы, да, логичные загадки. Ну это точно грибочки, да, это точно зелень, это точно помидорки. А там что? Ну ничего. А, пустая. Все, понял. Типа, оливок быть не должно, она просто должна быть пустая. 1, 2, 4. А, сразу, да? Ага. Грибочки, помидорчики, это и хватит. Не-не-не. Да блин. Палюк, говорит. Нихера у них денег на пиццу, блин. Или тут бесплатная пицца. Сами сожрете, может. Да, мы знаем, что ему не понравится. Но по-любому нужно будет скинуть. Хотя, может. Да ему не понравится. Да пойдем. Говно, говорит, пицца ваша. Я, говорит, люблю определенную пиццу. Больше других пиц не люблю. И ананасы, говорит. Главное, чтобы пицца не с ананасами. Могу понять, как бы. Но не принять. Тебе, блин, бесплатную пиццу дают. Что ты вообще... Так, грибочки. Томатики. Листочки. И нету ни хера. Странная пицца, я понимаю, но тем не менее. Ну ладно, пицца не настолько странная, как этот чувак. Чувак, уточка. Сейчас-то точно все. Пицца-то нормальная по сравнению с чуваком. Хотя. Давай. Это идеальная пицца. Ага. О, да. Вот. Четыре их надо, а у нас только две есть. Так. Ну теперь самое сложное. Бабка. Я, говорит, не помню пароля. А ты тоже, кстати, 5. А нет, да, 5. Не 6. Ты можешь как-то по птице можно увидеть. А где? Вот просто вот. Опять, мне не нравятся тут загадки. Они не всегда, как бы, они логичны, когда ты их разгадываешь. Но когда ты их разгадал. А когда ты в процессе разгадывания, ты пытаешься, ну вот как с птицами, да? То есть как бы интерактивность в интерактивности. Надо это запомнить, как бы и принять. Но тут же нет больше ничего интерактивного, да ведь? Она не пукнет там. Ой. Это тебе пиццу жрет, нихера себе. Как типа подобрать? Мне просто интересно, по какому принципу? Да, я знаю, что ты... Да, 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 да. Так, гоблин, вот кто он. На тебе, одну уточку не хочешь? Подсказку, может, дал бы какую за уточку. Эти жрут. Это просто там тусуются. Любитель ушной серы. С этими вообще хер поймешь. Ой, в жопу, короче. Не хочу тут 3 часа сидеть. А, ну да, хорош. Хорошая подсказка. Зигибо, говорит. Ну, ром же, да? Ну, крест, да. Ну, она же говорит тебе пароль, нет? Круг, много и...
Сердечко. Ну нет. А где логика? Ты тоже, да, тут покажешь то же самое? А типа чувак на лошади... А... Не понял, вот просто вообще. Типа чувак на лошади скочит, да, по пути чё? Видит белку, хватает топор, убивает птицу. Такая логика. Вот это самая нелогичная загадка вообще. Как? Что из этого? Почему? Ехал грека через реку, видит грека, перед ним белка, берет топор, убивает птицу. Я, ну а что? Вот я просто. Ну хорошо. Да бред вообще какой-то. Да? Ну, чел. То есть это много, ромб, топор, бел... А, много, ромб, круг, сердце, крест. Много. Блин, а топор... Иди. А, много, ромб, круг, сердце, крест. Не то? Много, ромб, круг, да, сердце, крест. Блин, я что-то забываю вообще. Меня просто убивает эта загадка, я не понимаю. Много, ромб, круг. Много, ромб, круг. А, сердце, крест, все понял. Много, ромб, круг, сердце, крест. В правильном порядке это сложи, да? Нет, ты жди. Ну-ка, еще раз. Ну да. А, белка, потом топор, все понял. Угу. Много, топор. Вот эту загадку, честно, я не понял. Спасибо, конечно. Такое чувство, что сейчас я буду чисто отгадками пользоваться. Потому что эту загадку я тоже не понимаю. Не, я понимаю, что это намек про эти, да? Туда дальше не пройти. Ну как определить рост? Тоже двухэтажный же, да, домик? А туда иди. Ну, допустим. 3, 2, да? Ну, допустим, вот так вот. 3, 2, 2. 3, 2. КЗ. 3, 2, 2, 3, 2. И чё? Да не, ну бред. Да не, ну бредятина вообще полнейшая. И такое чувство, что я прохожу чисто это ее. Колпачки цветами, да. Ага, вижу, крыши цветами, да. Угу. Да мне только что дошло серый. Ага. Типа... Это оранжевая, да, крыша? Оранжевая... Это три. Оранжевая есть, да, это три. Давайте будем тогда писать записки. По крышам надо, типа серая 2, оранжевая примерно, да, 3, серая 2, если это 2, хотя больше на 1 похоже, но пусть будет 2, хорошо, или 1, или 1 напишу. Коричневая 2, скорее, да, коричневая 2. Коричневая есть, да. А серой-то нету как раз-таки, смотрите, да? А серой-то и нету. Серую зачеркнули.
Потом синяя. Это явный один, да? Синяя явный один. Зеленая явные три. Зеленые явные три. И красные явные... Ну, два, я бы сказал, конечно. Ну, красные явные два, да? Угу. Ну, попробуем. Красный — это два. Оранжевый — это три. Синий — это один. А. Ну, хоть одну разгадал. Смог. Сумел. Сделал. Ух, красавчик, а. Ох уж этот Артём, разгадыватель загадок. Да бери уже, давай. Да, да, да. Объединили. Не-не-не. Уточки на братство, да? Жуткая загадка. Тут. Вот эта вот сумка вообще тупая загадка. Простите, конечно. Но я только сумкой, да, не разгадал. Ну, как одно следует из другого? Ну вот просто, да? Почему? Чувак, ладно, скочит на лошади. Хорошо. А, видит белку. Хорошо. Хватает топор. А почему видит не птицу, да? Хватает топор. И мочит птицу. Почему? Почему не белку? Вообще бред какой-то. Ладно. Ну, допустим, там есть логика. А да, мы поняли. Да, 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 есть у меня полные карманы просто уточек. Типа. Можно еще раз правило? Типа, уточка с флагом идет на ноль, должна дойти. Сто энергии у них есть, хорошо. Ничего не понял, но... Ну они все до сотки, да, должны добраться? Она может энергию передавать. Но этот не доберется, потому что... Бред. Ну, а, теперь они даже завтра... Все, понял. Угу. Они должны схватить флаг и добраться назад. Все, до меня дошло. Ага. А, вон оно как все плохо. Тогда теперь не понял. Ну флаг я донес, и дальше что? То есть все уточки, а флаг должен прийти на ноль. Все уточки должны прийти на ноль. Ты можешь передавать энергию. Один раз.
А больше 100 не могу передавать. Нет, не так. Угу. Я примерно понял, да. Угу. Ага, сложная загадка. Ну, не такая прям сложная, чтобы... Ну, я начинаю понимать, как ее это... Блин, не, неправильно. Угу. Остается пока наверху. Этот поехал. Этот тоже. Угу. Один и тот же два раза поехал. Этот другой. Он сразу отдает энергию. Да. Угу. Этот поехал дальше. Ага. Он тут встал. Так, ты идешь к нему. И даешь ему. Он сюда идет. Блин, нет. Понял. Угу. Тогда ты сюда. У тебя будет сброс, и ты не сможешь уже ничего дать. Ну, допустим, ладно, хорошо. Попробую так. Может, нужно как-то там... Ну-ка. Блин! Понял. Ну да. О, а чё-то энергии не хватает вообще. Ну-ка. Хера, как у вас сложно все. Ну, типа, это стоимость энергии, сколько доехать, теперь я понял. Угу. Сразу передать нельзя. А они все должны выехать на 25, да? Ага, сразу передаем, типа. Чтоб у ней было, да? Да блин, слишком... Чё-то я вообще не рублю в эту вашу математику. А, нет, рублю, в принципе, да? Все правильно сделал. По красоте вообще. Нихера себе. Вау. Оказывается, рублю в математику. Ага. Как так, ты, говорит, все сумел, ты все сделал, ты красавчик, ты в математику хорош. Хорош, да, соглашусь. Да, пока. А, это варяга был? Это его девушка, видимо. Ну, давай, что? Что делать? Ага, я понимаю, что делать. Эту пяточку надо пощекотать.
Оставаться в зелененьком, да? Да, по-любому. Вон, а, чуть-чуть вышел. Да, мы у тебя цаплю отмели. И что дальше? А, типа я что-то делаю, да? Опа, 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 опа. Нихера себе. А нормально то, что это вы летите вниз, там вот это все, не боитесь? Лепешками стать, не лепешками, а лужицами. Красными маленькими лужицами. Я говорю, не боимся. Это же игра, ты что, дурак что ли? О, пойдет. Да вылазь, эй. А, ага, нажми, говоришь, чтоб мы вылезли. Ну, неплохо, неплохо. Так-то, говорит, мы в жопе. Милая моя сестра. А, именно это он и сказал, да. Он такая смотрит на него, то есть в жопе. Ну да, говорит, в жопе точно. Ты трусы нашел новые себе, что ли? Домой, говорит, хотим. Ага. Ого. Леора. То есть у тебя теперь карта есть, понял? Чакапуна. Чакапуна, да. Всем будет чакапуна, но... Проктихуй. Ага, вы здесь, да. Арунгилани, кучилейки, хойлекун. Ага. Это чейла. Выглядит очень легко. И чё? Все понял. Мы, оказывается, еще и плавать умеем. Здорово, парни. Муха. Чё я тут узнал? Не знаю. Эй, проктоко. Торте угила не пу. Остров где, говорит? Земля. Там, говорит. Ну все, мы поплыли тогда. Спасибо, братишки. Не понял, конечно, ну ладно. Это просто подсказка, я думал, с ними какой-то это должен быть, секретик. А. Ого, да. Сундуки я люблю. Откуда они узнали, что я люблю сундуки? Брата, говорит, отдай тварь. Нет, говорит, не могу, я его съела вообще-то. Чё? Чё? А, чтобы погрузиться, нужно это. Да, брательник внутри, да, понимаю. Дальше нельзя. Ну, а есть чё? Нет, ничего, ну поехали. Парни, меня там брательника скушали, прикиньте. Тортегуга? Тортегуга, да. Рыбу, говорит, надо. Рыба, говорит, это классно. Че это? Вот это я не могу понять. Надеюсь, это не куча подсказок. А, это намек, типа. Муха. Плюс. Слизь какая-то. И еще какая-то слизь. Еще чуть-чуть наживки. И будет тебе рыба. Наверное. Окей. Коробку заглянешь? Не, говорит. Не буду. А могла бы. О, остров. Не, да? А че так много плавать-то приходится? О, здорово, рыба. Чем с этим, да? Дай потюхать. Ой, дай подышать. Плиз.
Она этим ртом не знаю, что делала, а ты в свой рот это засунула. Это вообще-то моя записка, мы играем. Ты что, охерела, что ли? А что нужно сделать, интересно? Намек есть на что-нибудь? Шла в жопу, говорит. У нас тут кукольный театр вообще-то. Тебя мы не звали. А. Да, ну все, да. Пойдемте под водой подышим. Там еще подводная локация есть. А может два раза резко нажимать, все понял. Угу. Это хорошая вещь. Бык. Чем только трубка помогает. Это что? А. О! А, это жопа у него! Рик, чё, как она? Червей, говорит, нет. Так бы пожрал бы. Ага. Шмучи. Чё тебе нужно? О, червяк. А, кто бы сомневался. А тут теперь разделился инвентарь. Так как тебя поймать-то, а? Явно же не пиратом. Хотя попробовать стоит, наверное. Да, не, говорит, не пиратом. Понял. Угу. Тут в конце должна быть. А, никому, говорит, я ничего не должна. Ладно. Тут, короче, ну я понял, да, где подсказка. Так, тут тоже вроде сейчас нечего. Так что давай, назад. Ага. Так, ты. Ну, как минимум, книгу надо по ним. А, кстати, фигурку можно этому отдать, да, наверное? Короче, муха идет сначала. Но мух там не было. Может быть, да. Что, блин? Что? Непонятно. Вот это, да, типа? Сначала, типа, на... Как это вообще объяснить все, что я сейчас вижу? Какое этому название дать? Говно в говне, говно. И говёшка, что ли? Я боюсь, я такое не запомню. Телефон. Помогай. Не знаю, что делать. Сфоткай давай. Да ты фоткай, говорю, давай уже. Ага. Это жестко. Да ты куда? Да, конечно, но. Чупакаля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 л
Леону. И долго она смотрела им вдаль, да?
О, а, вот тебе и муха. Что бы это значило, конечно, сейчас, то, что она показала. Но типа можно наводить муху и что-то видеть. Ну-ка, у вас можно муху? А, мух. Так, хорошо. Это один. Да? Рыба с зубами, это один. Это четыре. Рыба без зубов, это четыре. Шляпа, это три. И говно в говне, это два. Блин, я уже забыл. Говно в говне, это два. Шляпа, это три. Четыре, это без это. И это один, ага. Как бы не забыть, конечно. С моей-то памятью, как говорится. А, ну тут сразу можно теперь, да? Так. Зубами была, блин. Зубами. Так, это... Это четыре же, да? Я забыл. Кажется. А тут... Блин. Быстро сплавал, посмотрел. Я опять уже забыл, конечно. Ну, в целом нет. Вот это два. Говно в говне, это два. Это три, да. Где ты там? Вот три, да. Это же шляпа, да? Есть другая еще рыба. Во! О, поймал. Ага, давай, хватай быстрее. Через жопу ему засунь. Но... А как засунуть? Ну, допустим, ты... А ты не можешь, да? Ну, давай скормим ему попробуем. Так сложно-то, а? Жри давай. А ты откуда знал-то? А не обязательно же нырять, у меня уже два инвентаря. Чё ты смотришь? Давай уже инвентарь свой. Да хорош смотреть. А, папа говорит, надо. Да нормально, держи. Гобин чой. Да, смотри, нихера себе, наконец-то ты порыбачишь нормально в ведре. О, рыбу поймал, ничего себе. О, даже так. Давай прочистим унитаз. О, клю. Нихера себе. Просто, да? Ну хорошо, что у него есть жопа. Порадуемся. А рыба типа на свободе такая. Да нахер, говорит, это нужна свобода. Кому ваша свобода нужна? Мне и так хорошо. Так, это от сундука, я правильно понимаю, да? Может, им рыбу дать? Он говорил, рыбу хочу, говорит, да, вроде там. Если дашь мне рыбу, то я что-нибудь тебе расскажу. Ага.
Обосрался. А, чайка. Что взять с чайки, ну? Вакарбия. Вакарбия. Так. Нужно выставить. Или так, ага. Можно ходить через 4 клетки. Кто первый выставит, тот красавчик. Я кто? А, ага, понял. Все, дошло до меня. Ага, давайте заново. Так, 4 клетки он ходит. Ага, а ты? Может только так, да? Ну давай. Ага. А-а-а, тварина такая. Да иди в жопу. Я понял, да. Надо как бы найти, да? Так. Типа, давай блокируем его. Ага. Куда он будет ходить? Просто мне интересно. Если этот заблокирован... А, то есть вот этого нельзя выпускать, потому что он вот этих всех опустит вниз, и все. Тогда иди сюда. А, типа он меня теперь блокирует. Да блин! Не спалил. Такой ты тварь, а? Да иди нахер. Что за новая игра, крестики-нолики, блин? Они все что-то блокируют. Тогда давай... А. Его убирать нельзя. Блин. Все, я всрал. Так, хорошо. Ага. Ну, вот этим, если пойдет... Вот так вот, да? А, ну да, я его закрыл уже. Как сложно-то, а? Да блин! Четыре же клетки должен ходить, ты до конца ходишь. Что он делает? Реально до конца ходит. Ты сказал четыре клетки, а он пять ходит. Он сейчас победит. Блин, тварь! Надо этого было в первую очередь. Ты все, да, побеждаешь? Да. Я уже думал, что победил. Его главное не убирать. Блин, все опять срал.
Да куда ты пошел? Ну ладно, иди сюда. Да как, блин, я... Самый простой вообще. Да иди ты в жопу. Ты тысячи лет в эту игру играл. Я первые дни в нее играю. У меня тогда был шанс, я просто тупанул, надо другой было двигать, но... Да опять, блин! Да как это увидеть, а просто? Я смотрю на свои, а у него там свои... Ну да, опять это как-то в том, рандомчика чуть-чуть сейчас повезет. Где-то правильно сделаю что-то. Так, это нельзя, да, это раз, два, три. Мешает, да, тварь такая. Ну, нельзя... ну ладно, можно убрать его. Так. Да, конечно, да. Говножуй. Рассказывай давай. Чё? А, он что-то может сделать, я думал, он это. Нахер нас послал. Угу. Он говорит, тихий раунд, сундук мой спёр. Да ладно. А есть у меня ключ-то? Неожиданно. А был рядом вроде. Что? А, его как-то надо батискав какой-то выпилить отсюда, да? Ой, можно с этими, да, да, управлять натуре. Так, можно, да, еще. Ага. Ага, никак, да? Что еще есть? Как-то еще можно добраться? Да хер ты куда доберешься? Ее тоже можно двигать, но как? Непонятно. Пожестче надо разогнаться, типа. С самого низа, да, такой? Да хер там. Может, бить ее? Да что за бред вообще? Ну давай попробуем. Типа, я что-то делаю неправильно, да?
понял. Ну-ка. Может, как-то надо по-особенному? Типа, чтобы те распихали камни? Типа, если я нижнюю выбью, да? Это бред какой-то. И чё? Понял теперь. Надо в ту было сторону просто. Не во все, говорит, я стороны могу двигаться. Ты уж как бы не обессудь. Я так-то камень. Ты чё, говорит, от меня хотел? Ага. Где? Бульк. Четко. Садись. А мне страшно. О, даже так. Ну давай уже, девушка. Товарищ девочка. А. Рыбёха, рыба. Амичика мама Нина. А граммофон мне, говорит, не нужен. А куда не проехать? А куда ты? Есть куда-нибудь еще ниже, допустим? Ага, есть. Ага, пробка теперь есть у нас. Рыба-пробка. Это рыба-лампочка. Окей. Так куда-нибудь можно лететь? Лететь, плыть. Папа? И чё? А ты чё такое-то вообще? Ладно, немного. Чего? Немного всего. Может, ты хочешь этого? Не, не хочешь. Я помню эту рыбу, она в самом начале была. Она под землей плавала. А, чтоб тоже светило, типа. Ого. А, хер тебе. Ты будешь граммофоном моим, ни хера себе. Ну да, получается так. Ори на нее, ори на рыбу. Пошла вон отсюда, тупая трехглазая животное. Чего шесть? А. У. Один, два, три, четыре, пять. Ух. Уже поставили за меня, да, чтобы я как бы понял, да, как это работает примерно. Вообще ни хера не понял. Типа логику происходящего опять, да? Угу. Кружочек с точечка, он типа точечка растет, как я понимаю, да?
Типа вот так вот должно быть. Потом он настолько вырос, что даже при... О! Окей! Нихера не окей, конечно, но окей. Ну, типа, тут нужно продолжать, да? Что-то. Чем-то. Один, два, три, допустим. Тут один получается. Два, три. Угу. Тут вот так вот, а тут вот так вот. Ага, хорошо. Боже ты мой, ты что творишь, рыба? Остановись! Ну, типа, хорошо, вот так вот, вот так вот. Не-не-не, вот это вот. По логике... Я хотел сказать, ну нихера не по логике, конечно, ну ладно. Тут нет никакой логики. Ты еще есть такая, да? Давайте это, да. Там нет логики, там не было никакой, если честно. Такая-такая, наверное, вот такая, да, сюда пойдет скорее. Угу. Или типа вот так вот. Угу. Тогда вот такую найти сюда поставить, да? Если так подумать просто. Это вот это, вот так вот, ага. А потом идет вот такая вот. Вот сюда. А тут что? Тут должна быть вот такая вот. Нету такой. Не, говорит, нет такой. Давай попробуем. Да не, бред какой-то. А если одинаковые? Вот это меня бесит. Они есть. Да, ну я понял, что херня, да. Угу. Но в целом... Ну херня, да, в любом случае. Может сюда ее лучше, да, типа? Когда сюда идет вот это вот, ну, типа такого что-то. Тут мы типа отзеркалим, типа вот так вот. Тут что должно тогда быть? Тогда ты не тут. И тогда... Там получается, ага. Зеркалим. Тогда вот такая вот сюда, да? Вот такая вот сюда. Вообще жесть просто. Но, говорит, нахер. Знать бы, конечно, нахер это мне нужно. Да, о, да, да, вот я тоже точно все. Нихера себе задари, прям ух. Вот это домашка. Надо завязывать уже с этой серии. Она, наверное, уже часа 4, блин. Ну, это, конечно, шутка. Я думаю, она где-нибудь минут 40. Я сильно не тупил. Я шмякал подсказки. Они вроде-то все объясняли. Все, можем ехать. Сейчас, если он выберется, то мы закончим. Если нет, на нет и сюда нет, как говорится. Че это мне, говорит, дает.
Понятия не имею. Вот. Сам в ахере. А, по щекоте сейчас его вычихнут. Давай, пока. Пятюньку, да, обязательно. Ну, это менее всратые были, чем предыдущие, честно скажу. Особенно с бабкой. С бабкой вообще было непонятно. Ну, я понял, там логика... Такой звук, как будто кто-то на них сыт. Вы как-то долго плывете. Питяра. Она в телефоне зависает, реально. У нее телефон есть все это время был. Где она его прятала? Сейчас говорит, как можно долго плыть? Вообще без понятия. Кто-то кусок луны откусил. Ну не везет дяде, чё. Зато у него телек есть. Ему нормик. У него все ок. Чё? 5 дохриллионов 0,73 дохриллиарда метров вам до дома, короче. Говорит. Он в жопе. Угу. Ладно, закончим на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!